Здравствуйте, сегодня у нас Renault Logan Stepway. Обычный Logan у нас уже был, я его снимал. Я думаю, ссылку оставлю в описании. Сегодня Stepway. Машина у нас новая, куплена в апреле этого года. Сама машина конца 2019 года. Вышли Logan Stepway в 2018 году, ну тогда пошла уже мода. В 2017 году вышла Vesta Cross, у Kia уже. Если я Kia, кстати, найду, Rio тоже уже на расширителях обязательно сниму. Ну и Renault не стала отставать, уже пошла мода на автомобили повышенной проходимости. Многие, кстати, на форумах начинают рассуждать, человек там говорит, рассматривал варианты Renault Logan Stepway, Duster, все остальное. Duster — это другая машина, это компакт-кроссовер, а это легковой автомобиль, переднеприводный, но с повышенной проходимостью. По стоимости машины стоят от 10 тысяч долларов 600 до 13 300, вот так вот. То есть 25 тысяч белорусских рублей, 25 900 по 31 600, по-моему, смотрел прайс-листы. То есть обычный Logan начинается 21 600, на 4 тысячи дешевле. И сразу хочу сказать, забегая вперед, вот тут не знал, владелец даже сказал, вот недавно люди купили полоседан новый, и там функция укладка новых ковриков в салон 55 рублей белорусских. Это больше 20 долларов, блин. То есть самое главное при покупке машины — это стоимость само собой, но и обслуживание. Можно найти, допустим, Stepway Logan за 12 тысяч долларов, к примеру, и можно купить тот же полоседан там, либо Rio, все остальное. А на обслуживание у официального дилера какой выйдет? Сейчас многие начнут, нафиг это обслуживание, мы отказываемся и так далее. Да, может, вам и повезет. Вот в прошлый раз мы снимали два полоседана, они не на гарантии, никогда не были на гарантии, куплены на 12 тысяч пробега. Но у этих парней, у этих двух пола, есть друг, у которого такой же пола, но на гарантии, к счастью. К счастью, потому что рулевая рейка полетела, поменяли по гарантии, ЛКП по гарантии. Ну, короче, машина собрана либо в понедельник утром, либо в пятницу вечером. Ну, несчастливый автомобиль вышел. Ну и преимущество перед обычным Логаном. Первое — это надписи Stepway, это уже круче, но это не самое главное. Самое главное, конечно, это увеличенный клиренс, уже 195 мм, почти 20 сантиметров клиренса. Это, конечно, очень хорошее преимущество, особенно если вы живете за городом, где местные власти не спешат укладывать асфальт, и вы едете как по волнам, блин, на корабле. И с таким я часто встречаюсь, я даже на своей машине, не каждый лежачий полицейский ему нормально проехать, всегда защита тирану. Здесь, конечно, этого преимущества нету. Также пластиковое расширение, ну, красиво смотрится. Преимущество этой машины конкретно, то, что она не в минималке, она практически на максималке, здесь только нет вариатора. Но об этом я позже расскажу все. Конечно, черный цвет, это самое главное. Он первый устает, но смотрится, конечно, круто. Литье. Хотел сказать, выглядит как литье, назвал колеса литьем, сейчас хитеры забанят. Все, никаких вопросов. Ну и плюс машина сама хороша, то что она новая. Смотришь под капот, под низ автомобиля, все новое, все блестит, но это всегда преимущество. И читая даже вот отзывы владельцев, ну, каждый рассуждает по-разному. Кто-то ездил там на премиальной машине, но бюджетной старой, вернее не бюджетной, но старой уже в годах. Садиться на эту все равно, ну, не нравится шумоизоляция, там жесткость подвески. Конечно, Е, класс Б, классом сравнивать не стоит. Но все равно все люди сходятся на том, то, что новая машина, и на БУ уже не сяду. Все равно людей радует новое, потому что каждая поломка, заморачиваться всегда не хочется. Но машина, конечно, смотрится хорошо, плюс она ликвидна. Так же, как те же Сандеры, все остальное. Ну, самая покупаемая машина — это уже Рено. По ходовой. Конечно, это B-класс. Все просто, надежно, долговечно и недостаточно дорого. Спереди, разумеется, Макферсон, сзади балка. Но в сравнении с обычным Логаном, конечно, пружины, амортизаторы другие, так уже клиренс увеличен. Под капотом 1.6, 16-клапанный H4M. Кстати, был такой же и на Nissan Qashqai, но потом с Qashqai скинули, оставили 1.2, 2.0, а такой мотор убрали. И я говорил, что оптимальный Qashqai — покупка на механике с таким именно двигателем. 78-й поршень ход, 83.6, двигатель длинноходный. У него 113 лошадиных сил при 5500 оборотов, максимально крутящий 152 при 4000. ГРМ цепной, но гидриков нету. К 100 тысячам примерно нужно регулировать тепловые зазоры. ГРМ, если дерзко ездить, трогаться с светофора, то к 120-150 тысячам ГРМ нужно будет менять. Но все равно ГРМ ходит нормально.
Ну ладно. А так особо таких проблем вообще у двигателя нету. Ну, жалуются ноги на масложор. Но, видимо, тоже зависит от сборки. Видимо, в пятницу вечером собирали машину или что. Здесь не выявлено. На этой машине и предыдущий владелец ездит на Рено. И на этой машине нету напка. Она еще на обкатке, еще до 3000 даже не доехала. На предыдущей масложоров не было. На машине ездили 4 года, продали и ушла быстро, буквально за неделю. Ну а так мелочи, может там свистеть ремень генератора, там с пробегом уже подушка двигателя, ну опора двигателя вернее может выйти из строя. Таких как таковых проблем нет. Ну плохим топливом, естественно, грозит вам замена свечей потом в дальнейшем, всякие примеси и так далее. Ну, нормальный, хороший двигатель, надежный. И, кстати, в сравнении с 8-клапанным этот расходует меньше. Сейчас на климате она жрет 8,5. 8-клапанный зимой будет жрать порядка до 10 литров. То есть этот двигатель более экономичен. Двигатель хорош, просто надежен. Своевременное обслуживание, хорошая охлаждающая жидкость, хорошее качественное масло. И менять его чаще, а не раз в 15 тысяч. И с двигателем все будет хорошо. Хороший, надежный движок. По коробкам у нас 5-ступенчатая механика, был еще и вариатор на максимальной комплектации. Вот владелец купил максимальную, но на механике, чтобы все было, все, что здесь может быть. И, конечно, приятно, кстати, слушать, как машина работает с улицы, потому что дополнительная шумоизоляция установлена. Эта шумка может стоить 50 белорусских рублей. Если она поистрепалась, можно заменить. У официалов 50 рублей стоит. Ну и дополнительная шумка, дополнительная защита двигателя. И с улицы уже двигатель работает гораздо тише, чем взять такой же автомобиль, но на минималке. Ну, конечно, уже будет с 8-клапанным мотором. Люди жаловались на вариатор. Вообще вариатор ходит 150 тысяч километров. Если все звезды встали в ряд, все отлично, своевременное обслуживание, 150 тысяч километров вариатор ходит. А дальше нужно в него лезть уже, что-то исправлять. Опять же, если машина собрана в пятницу вечером, вариатор может парить мозг и на 20-30 тысячах. Если там какие-то косяки заводские, ну всегда заводской брак присутствует, люди тоже на это жаловались. Ну и самые такие претензии у владельцев машин, то что на низкой скорости машина клюет носом. То есть если на 20 км в час там газануть на 30, либо отпустить, машина клюет носом. То есть уже, ну, дисбаланс какой-то. Ну, нормальная машина уже не едет. Плюс он задумчивый и склонен к перегреву. И многие люди, и сами владельцы советуют от вариатора отказываться, лучше покупать машину с механикой. Ну и также еще на Рено устанавливали 4-ступенчатый автомат. Но я, по-моему, говорил на Логане, не помню, или говорил, на Дастере, по-моему, точно говорил на даче Дастер, что действительно 4-ступенчатый, он, во-первых, расход большой с ним. На Дастере, да, на Дастере я об этом говорил, помню. Но, во-первых, переключение там будет неприятная езда, потому что при переключении на следующую ступень там обороты будут падать на 700-800, и снова чувство постоянного этого медленного разгона, во-первых, уже динамикой будете не рады, потому что плавно, медленно в автомобиле разгоняться, нету резкости такой, что-то гасит автомат. Плюс, ну, старый 4-ступенчатый древний автомат, расход топлива будет, конечно, гораздо больше. И также, опять же, с вариатором лучше все-таки не покупать. По салону. Салон, конечно же, о, сидуха мягкая достаточно. Не скажу, мягкое сиденье, мягче, чем было у Логана. Ну, конечно, все это зависит от предыдущего Логана. Тут сейчас начнут хейтеры, блин, это тоже Логан. А то Логан, который мы снимали, вот так скажу. Да, мягче, мягче, вот, как подушку, блин, руками вну. Подогревы сидений есть, были там. Тоже в том Логане, который мы снимали. Ну, регулировка есть. Единственное минус, что руль регулируется только по высоте. По вылету нет. Но ничего. У нас хорошая комплектация. Все стеклоподъемники у нас электронные. Единственное, как у первых пола, я тоже рассказывал, зажали. И на том, на тех полах, что у нас было тоже. С водительской двери управление только передними. Задние уже нужно выходить и закрывать самому. Но, ну, активна блокировка, и задние пассажиры не пустят стекла. Так все по стандарту. Круиз в том же самом месте. Климат-контроль. Подогревы лобового заднего стекла, направление потока воздуха. Ну все на максах, все что нужно. Также 7-дюймовый дисплей. Можно с Bluetooth подключить ваш Android либо iPhone. Есть навигация, карты обновлены недавно, кстати. С завода, когда покупаете новый автомобиль, режим эко не установлен. Его можно установить дополнительно за отдельную плату. Но владелец установил, также вот можно посмотреть отчет о поездках и так далее на свой расход топлива. Тоже достаточно хорошая функция. Дистанционный запуск автодвигателя также есть у нас. Все практически на максах. Ну, конечно,
пластик, это бюджетный сегмент, что еще хотеть от машины, все нормально для этого класса. Многие жаловались на дверные карты, но в принципе можно их проклеить, на драйве полно таких историй тоже. На руле и на сиденьях уже записи из ТВ, уже все по-крутому. Но новая машина, что еще говорить, она проездила только 1359 километров пробег у автомобиля. Ну, конечно, как я говорил, на прошлом Логане регулировка аудиосистемы, звука на аудиосистеме, громкая связь, поднять, положить трубку, такой же тоже джойстик, хорошая вещь. Ну, машина новая, что хотеть, 1359, она еще обкатку не прошла, по большому счету. Конечно же, радует всегда комплектация, потому что автомобиль в минималке всегда, ну, не вызывает никаких ощущений, но машина и машина, все. А когда уже автомобиль на максах, уже... Другое впечатление об автомобиле уже действительно там, говорится, есть что посмотреть даже по большому счету. Конечно, преимущество этой комплектации то, что мягкое сиденье, это жирный плюс сразу же, потому что у меня спина, допустим, больное место, для меня это важно. Так удобно расположилось, и, конечно, навигация, телефон с Bluetooth, все можно подключить, ну, отлично. И в городском потоке что еще нужно? Машина экономичная, дополнительная шумоизоляция, так... Кстати, машину можно обешумить, если уже заморочиться, можно разобрать, обклеить ее всю, и будет еще тише. Это не принципиально. Глянец нигде не потерт, не затерт, все отлично, все замечательно. По поводу там мелких каких нюансов, там перегорают лампочки, все остальное на драйве, полно этой информации. Машина есть на драйве, ссылку оставлю в описании, можете зайти, посмотреть, если машина вас заинтересовала, подписаться. Если вы хотите купить подобную машину, там Сандера, либо Логан, можете у владельца спросить, он вас проконсультирует, так как уже битый на этих машинах. По месту сзади. Конечно, преимущество — это электростеклоподъемник, уже не надо веслом работать. Так, по стандарту, подстаканник, еще одна розетка, вторая. Сиденье уже чуть-чуть пожестче, чем переднее, но все равно мягко и удобно. Владелец повыше меня, 1,89 м, под себя он отрегулировал, говорит, и за собой сесть могу нормально. В Сандере место уже поменьше. Опять же, кто интересуется автомобилем, все вот мелочи можете ему позадавать на драйве. Но сидеть здесь реально нормально, удобно, обзор хороший, ну нормальная машина, что еще говорить, вот Логан, ну, своих денег он стоит. Все будут кричать, они дорогие, все машины дорогие, все они должны стоить дороже, начиная там от B-класса самых дешевых, той же Гранты и все остальное, до премиальных сегментов, все машины у нас должны, по сути, стоить дешевле. Но анализируя стоимости всех автомобилей, эта машина этих денег стоит, потому что действительно... Она не бедная в комплектации, хороший внешний вид, ну, и оснащение автомобиля, и также по комфорту, все на уровне, все хорошо, ничего плохого я сказать не могу по этой машине. По багажнику, ну, багажник не изменился, объем его тот же самый, 510 литров, кстати, я посмотрел. Конечно, пластмассовый короб — это доп. Опция, коврик резин — это доп. Опция. Ну, снизу, как и там, полноразмерная запаска, есть место для каких-нибудь вещей. Домкрат, сетки для фиксации вашего груза. Ну, багажник здесь нормальный. Не сказать, что он достаточно мал. Для такой машины он достаточно большой. И шумка хорошая. Доп-шумка — это полезная функция. Завода, если ее ставить за доп-плату, вот на что на шумку нужно раскошелиться, так как тихо в машине вообще идеально. Мотора практически не слышно. Но сильно не давлю на педаль газа, она сама нормально раскручивается. Все равно на 16-клапанник он более бодрый и более экономичный, чем 8. Конечно, машины стоят дороже 16-клапанником, но, конечно, двигатель все равно самое главное, что не говорю в машине. Вот, набирает она на глазах просто. Я сильно не давлю, потому что машина еще не обкатана. Кто-то сейчас скажет, она обкатана, ты еще проедешь. По-нормальному на 3000 машине давай, чтобы она проехала. И менять масло на... 1000, ну, уже приближаясь к 1000, и на 3000, чтобы двигатель, скажем так, более на легкую обкатался. Ну, конечно же, клиренс, тут едешь по ямам, вот на своей машине я бы уже заморачивался бы, сюда я бы уже не поехал. Здесь уже клиренс позволяет, я ему поймал, но не было такого удара, все равно мягче отработало. Но сиденье очень мягко, едешь и кайфуешь просто. Нормально разгоняться, я больше 3 не кручу, опять же. Но до 3 она нормально пуляет.
если так разгоняться, более другие автомобили там бюджетного сегмента, ну и вообще, в принципе, другие автомобили, я тоже на них ездил, разгонял, но их уже крутил в 3-4 тысячи, кажется, вот бодрое ускорение. Здесь я 2,5-3 держу и на этом уровне, и подкидывает она неплохо. Она бодрее, чем 8-клапанник, разумеется. Ну и, конечно же, она будет быстрее, чем тот же Кашкай. У нее тоже был 1,6, тоже на ручке, 113-сильный. Ну, там уже вес автомобиля преимущество и высота. Но тихо в машине, не скажешь, что шумно, уже 80 едем. Конечно же, можно заморочиться, все разобрать, все полностью обесшумить. Если уже покупать машину надолго себе, там, ну, без перспективы ближайшей продажи. Там. Но вот Логан все равно хороший за свои деньги. И, конечно же, там кто-то будет кричать там про Рио, все остальное, но машина уже на порядок дороже. Если соотношение цена-качество, вот Логан без вопросов, там лидирующие позиции, вот в моем личном рейтинге, потому что, честно сказать, я их раньше недолюбливал там. Ну, вот опять же, Логан едет, не Стэвэй, белый, но в белом уже совсем не то. Машина уже выглядит, но не так интересно. Все равно черный цвет, он, конечно, быстрее всех устает, там все сколы, все это видно, но не зря он самый дорогой, конечно. Вот на машину смотришь, мне она очень радостна. И также эти пластиковые расширители, это тоже преимущество. Вот если взять там Audi A4 Allroad, A6 Allroad, вот на расширениях они мне не особо и нравятся. Но это уже, по мне, это выглядит как-то уже излишне. То Логаны, там Весты, вот только Stepway мне нравится. Но у Лады это кросс. На расширениях мне больше нравятся такие автомобили. Опять же, уже 90 км в час, нету такого уже шума двигателя, шумов, ну, шумы немного проявляются, но не так шумно, голос я не повышаю, ну, с ума не схожу уже из лишнего шума, то есть все замечательно. И, опять же, повторюсь, с улицы приятно слушать звук двигателя, так как дополнительная шумка моторная отсека установлена. Тормоза хорошие, вот от 90 до 0. Ну, машина, конечно, новая, что здесь говорить. Новая машина всегда в радость. Лучшая машина – это новая и служебная. По шумке хорошо, подвеска даже может быть и мягче. Я уже не помню тот Логан, но ездила по другим дорогам немного. Но, конечно, здесь будет выше, потому что больше колесная база, больше рабочий ход амортизатора. Здесь подвеска будет помягче, покомфортнее. Но, опять же, не нужно думать, что в любую грязь вы заедете, и все там без вопросов. Машина все равно переднеприводная, не полнопривод. Это для... Опять же, еще один белый Логан. Ну, совсем по-другому выглядит. Более так подешман, уже более бюджетно. Здесь уже более дорого представительно. И в любую грязь вы не заедете, потому что, ну, вы просто окопаетесь. Это уже больше для таких проселочных дорог, ям, вот, выбоинным стыком, чтобы более мягко, комфортно проехать, не заморачиваясь. Но же когда едешь, сидишь выше, тоже чувствуется, как с легковой машины тоже пересел, более низкой, так скажем. И здесь уже, ну да, есть впечатление, что вроде бы как на компакт-кроссовере едешь. И подсознательно уже не замечаешь там ямы, стыки, все ерунда. Уже привыкаешь к клиренсу, уже само мнение, что ты везде проедешь, нигде ничего не проблема. С климатом, опять же, расход 8,5 в городском цикле, вот по факту. Теоретически заявлен смешан расход 6,8 на механике, с вариатором будет 6,7. На 0,1 литра целая экономия. Зато геморроя за этот 0,1 литр, это, конечно же, будет больше. Ну, автомобиль новый, конечно же, по новому автомобилю ничего плохого не скажешь. По качеству сборки тоже. Ну, конечно, в целом впечатление о машине очень хорошее. Я так еду, уже кайфую, практически сплю. Я как будто на своей машине еду, уже забывал периодически, что я что-то снимаю. Так что прошу прощения на мою такую заторможенность. Мне вот реально самому было интересно посмотреть на машину. Конечно, Логан тот, она превосходит. Ездил я по разным дорогам, но все равно теоретически здесь подвеска мягче. Ну и здесь я поймал яму. Наполовину не хотел выезжать на другую полосу и... С одной стороны, с другой, хотелось действительно посмотреть, как это работает. Отработает она мягче, конечно, клиренс выше, подвеска мягче, она мягче яму отработала. Ну и в целом она
лучше прямую обрабатывать, и неровности стыки асфальта более так убаюкивающе, так скажем, едет. Конечно, если машина была бы на минималке, был бы другой разговор, потому что не было бы климата, не было бы всех этих функций и всего остального, не было бы шумоизоляции моторного отсека, что этого бы не было, уже просто машина, просто едешь, скучно, уже сказал бы да, но новое, все остальное, уже ломался бы так. А так машина действительно положительное впечатление себе оставляет, и однозначно она этих денег стоит. Ну, по итогу, машина, конечно же, классная, едет она хорошо, в отличие, конечно, от Дастеров, тоже Кашкай, у него был такой же двигатель. Она едет еще бодрее, потому что она легче, меньше и так далее. Ну, а машина сама по себе хорошая, все машины достойны уважения, как я говорю, но это реально, она хороша за свои деньги, сколько сейчас бюджетный автомобиль стоит. Кстати, нужно учитывать обслуживание машины, если вы хотите остаться на гарантии, но хватает косяков мелких, поэтому первых два ТО, это в любом случае на гарантии нужно оставаться, потому что косяки все мелкие так проявляются за это время. Машина хороша, смотрите предыдущий Логан, он ссылка в описании. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Также, я думаю, мы снимем Сандеро, но машина мне нравится. Конечно, в черном цвете она выглядит еще круче, чем в белом или там светло-синем, как они сейчас выпускаются. Также радует всегда комплектация. Приятно ездить на машине в максималке. Есть о чем рассказать, во-первых. Во-вторых, ну, удобнее. Все эти мелочи, вот, навигации, режим эко, все заодно цепляется. И, в общем, это представление об автомобиле положительное и складывается. Спасибо вам большое за внимание. Счастливо. Увидимся.